на этом грандиозном мероприятии от САУ «Кисер». Мы первый раз, и мы в восторге от этой казахской традиции. Мы теперь часть семьи Жолдызай. Бастан сенбі күні BI Group құрылыс компаниясының Жылдызай қайырымдылық қорының ұйымдастыруымен өтетін тұсау кесу шарасына келіп қалдым. Сондықтан бүгін тұсау кесілетін, өмірде алғашқы қадамдарын енді жасайтын, өздері өмірге келгеннен кейін кішкене сырқаттанып өмірін бастаған балапандардың тұсауын кесу рәсіміне қатысу мен үшін үлкен жауапкершілік. Өмір жолдары ашық болсын, ең бастысы денсаулықтары түзеліп, қоғамның белді бір азаматтары болсын деп тілеймін. Кесу в корпоративном фонде BI Жолдызай — это наш самый любимый праздник, потому что вот сотрудники компании, которые каждый месяц перечисляют деньги на содержание этого фонда, на лечение детей, на их операции, они воочию видят результат этой работы, потому что большей частью, больше половины этих детей когда-то поставили диагноз неизлечимый, и когда-то их родителям сказали, что эти дети никогда не пойдут, и их ждет пожизненная инвалидная коляска. И вот в такой день дети, особенно их родители, которые много-много лет, да, трудятся, чтобы ребенок сделал первый шаг в своей жизни, для этих родителей это день большой надежды. Это большой праздник для всех сотрудников фонда, для наших специалистов медицинского центра. И для нас, сотрудников, мы, в общем-то, для нас это легкая работа, да, просто перечислять из зарплаты там какую-то часть, да, которую мы решили. Каждый сотрудник решает сам, какой размер он каждый месяц будет перечислять этот фонд. И в такие моменты, наверное, наши сотрудники понимают, что какую большую работу они делают, все сообща вместе. И какая-то почетная миссия, что ты можешь повлиять на судьбу человека, и что ты можешь сделать чью-то жизнь качественнее и лучше. И вот я сегодня поздравляю всех родителей, которые дошли до этого шага. Это всего лишь первая победа в их жизни. А я хочу пожелать, чтобы у них было много побед, и чтобы эти дети добились реализации своих желаний в своей жизни, достигли своей мечты. Это самое главное. Бүгінгі күн өте қобалжып тұрмыз, барлығы жақсы өтеді деп ойлаймыз. Біріншіден осы Жолдызай реабилитациялық орталығына үлкен алғысымызды білдіреміз, және оның қолдаушыларына, BI Group компаниясына алғысымыз шексіз. Осындай балаларға көмек беріп жатқанына, еңбектеріңіздің жемісін көруін тілектеспіз. Барлығы үшін рахмет. Осындай жақсылықтар балаларға көп жасай беріңіздер. Фонд «Жолдызай» мы ходим с самого открытия. Когда мы познакомились с сотрудниками фонда, Веронике было на тот момент 3 годика. 3 или 4 годика. Она была совсем маленькая, и она не умела ходить. Она с трудом сидела. Но когда мы стали ходить и кропотливо работать, у нас пошла хорошая динамика, благодаря тому, что все сотрудники фонда «Жолдызай», они были с нами вместе. Они прониклись нашей проблемой, и вот эта вот и поддержка, и опора всех сотрудников, она дала свои плоды. Каждый человек из фонда «Жолдызай», каждый инструктор, который был у Вероники, он вкладывал в нее частичку своей души. Каждый массажист, дефектолог, логопед, все, кто с ней занимались, они вложили свою душу и сердце. И благодаря этому сегодня Веронике 9 лет, и она сделала первые шаги.
Детство наше непростое, детство золотое. Некогда скучать, детство словно на работе. Я весь день в заботах, мне бы погулять. Все? Нормально, классно, дочь, молодец.